Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий. Ну а мы продолжаем поиски Ларсика в игрушке Рёкки. Ну, для начала загляну сразу в сундучок, чтобы вспомнить, что у меня там лежит. У меня копье, у меня миска с какой-то маслянистой жидкостью, по-моему, да? Жетончик со звездами, снежинка, книжка и молоток. Хендрик где-то там позади меня. Я помню, что ему опускал доски для того, чтобы он перешел по ним. По-моему, так было. Ну, не знаю. Вперед. Там ждет меня эта ворона опять, да? Для начала... Во, смотри. Нельзя. Не зря. Заглянул сюда. Еще какая-то штучка, которая... Какая красивая старинная брошь. Добавится мне в дневник. Конечно же. Столько уже всякой всячины насобирали. Затейливая брошь. Так, а больше нет, да? Здесь все тупик. Да. Они не в клетках. Лучше не приближаться. Ну, они не в клетках, но очень любят вот эти вот фрукты, которые растут на этих корнях. Кажется, там какая-то шестеренка. Подожди. Шестеренка. Фу, опять этот маслянистый мерзкий фрукт. Может пригодиться. А шестеренку брать не будем? Подожди, как? Ну, здесь-то не пройти, правильно? Черт. На стенах еще больше этих существ, и они не в клетках. Похоже, они не хотят меня пропускать, а я не хочу к ним подходить. Надо придумать, как их отвлечь. Ну, пропустите, ну... А, то есть, чтобы попасть туда и взять этот фрукт, мне как-то надо пройти. Почему ты не берешь шестеренку, я не могу понять. Ну, она и не берет потому что преграждают они путь. Вот и все. А, ну я могу мимо них пройти. Я могу свободно мимо них пройти, а вот туда нет. А вот здесь не хватает этой шестереночки, да? Кажется, часть механизма отсутствует. Понятно. А это спуск. Фрукт. Не думаю, что я когда-нибудь так проголодаю, чтобы его попробовать. Не, ну так, хотя бы ради интереса. Может, он вкусный. Не, ну она выглядит, конечно, не очень аппетитно. Может, и правда не стоит. Хендрика будем звать или... Вот, смотри, медведь и... Что там еще? Нет, здесь волк. Здесь вышито изображение волка. И еще цветок. Интересно, может это означать весну? Блин, ну я не знаю. Прям нужно записать, что ли, или запомнить как-то. Волк. Цветок. Их три. И как раз три клетки. Нужно подсоединить какую-то деталь. Не подается, все смерзлось. Да ладно тебе, какой ты прям страшный. Мимо их не пройти. Ладно. Призовем на помощь Хендрика. Не знаю, поможет он ли чем-нибудь или нет, но попробуем. Вот это вот не палка какая-нибудь нужная, нет? Похоже, нет. На всякий случай, нет, здесь больше ничего нет. А
А у Хенрика ни ворон, ничего, никого. Все просто поросло. Лопата! Отличная лопата, только зачем она мне нужна? Подожди, там внизу была земля. Лопата. Старая лопата. Здесь чего-то не хватает. Ну-ка, попробуем. Не, ну попробовать попробуем, конечно, но ничего работать не будет, понятное дело. Не, подожди, одна клетка поднялась. Одна клетка поднялась. Ладно, допустим. Одна клетка поднялась. Значит. Чё, нет? Чтобы ее открыть, нужен ключ. Ты точно так уверен? Заперто. Интересно, где ключ? Не, ну ключа у нас нет-то. Ладно, допустим. Туви, ты здесь? Ты хочешь, чтобы я ее открыл? Ну давай, быстрее открывай. Так, ладно. Один фруктик у нас есть. Поэтому мы его сюда и положим. Надеюсь, работает. Иди, птичка. Давай скорей. Молодец. Папа, закрывай. Надеюсь, я делаю все правильно. Получилось. Мы еще ближе к Ларсу. Ну, ты знаешь, ближе, конечно, но совсем чуть-чуть. Мы продвинулись, но не намного. Здесь есть шестеренка, да? Похоже, это деревянная шестеренка. Мы ее возьмем. Не пройти. Мало того, что она вся обледенела, так еще нужен ключ. Ладно. Ах, вот. Надо лезть. И еще один... Да. Противный, но... Не, а выше посмотреть не хочешь ничего? Там может что-то есть или нет? На башенку прям залезть. Ну, похоже, не хочет. Допустим. Значит, мы еще можем... А может, сюда поставить? Не-не-не, если мы сюда поставить, работать не будет. Конечно же. Давай это оставим сюда. Шестеренка отлично подошла. Вот. Ну, а теперь Хенрик давай. Нет. Заклинило. Попробуем. А что попробуем? Что попробуем-то? Нет, ну сюда-то вообще не имеет смысла никакого ее ставить. Так, ладно, и чё ж тогда делать? Да? Может быть. Надо, когда она в опущенном состоянии. И тогда поднимется просто вторая.
А, поднимутся две. Ну, допустим, допустим. Открывается, открывается. У тебя силы много. Давай. Если ты меня слышишь, то жди сигнала. Ловушка готова. Один пошел, но их там двое. Че, не хочет, что ли? Не хочет? Ничего не получается, пока его предупреждают. Надо придумать другой способ. Кто его предупреждает? Вот это что ли чудище? А как ему рот закрыть? Может копьем? Лучше не буду. А что же делать-то? Молоток. Лопата. Что же делать? А, может быть, может быть, может быть. Подожди, может быть, нужно выпустить. Так, Туви, отойди, а? Давай-ка, Туви, ты отойдешь. Что-то не так с этой клеткой. Так, подожди. Подожди, подожди, подожди. Может, нужно как-то сделать, чтобы одна клетка была опущена? Секунду. Может, какой-то есть еще механизм? Допустим. Это я возьму. Подняли так. Поставили. Какая-то неувязка. Почему? Нет, но если я сюда ставлю, это работать не будет. Потому что они тогда никак не соединены. Mm-hmm.
Чего-то не хватает. Чего-то не хватает, чего-то я не пойму. Но в паре они работают. Ну, ничего, вот и все. Что такое? О чем я думаю? Открывай. Совсем запутался. Ладно. Не, подожди. Так, первый пошел. То есть второй. Папа! Допустим. У нас получилось. У нас получилось, но у нас нет фруктов. Вот в чем дело. Пропусти, пожалуйста, я сюда зайду. Еще одна шестеренка, конечно, пригодится. Еще одна шестеренка, еще один фрукт. И не думаю, что когда-нибудь так проголодаюсь. Ну да, это мы слышали. Что-то там на стене нарисовано. Может быть, какой-то код, ключ. То есть этого тоже нужно выманить. Есть шестеренка. Есть шестеренка. Но теперь нужно сделать так, чтобы опустился этот. Да? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Ладно, на Хенрика сразу переключусь. Допустим. Если так, то они не работают. Правильно же я понимаю? Нет. Механизм заклинило. Тогда эту штуку мы берем. Делаем так. Делаем так. Сейчас посмотрим. Работать не должно, по идее. Ну да. Неувязочка. Значит, тогда мы все это опускаем. Эту штуку ставим сюда. Затем все вместе поднимаем. Очень простая загадка, оказывается. Это забираем. Да, Хенрик, набегаешься ты. Это нажимаем. Те две уходят вниз, одна остается. И теперь нас и, то есть, эту ворону никто не предупредит. Надеюсь, ну что там надеяться, уже не первый раз пробуем-то. Ловушка готова. Давай, давай. Папа!
Я тебя слышу, Туль. Еще один попался. Папа, я так рада, что ты здесь. Вот и все. Простите, что заперла вас, но я должна найти брата. Может, если я спасу его, вам станет лучше? Когда? Когда я его спасу? Не может быть, а когда? Ну, пойдем посмотрим, что там на стене. Наверное, невероятно очень нужная вещь. Старинный ключ. Это, оказывается, ключ. Я думал, что это надпись какая-то, а это ключ. Старинный. Допустим. Может быть, он от этой двери. А может и нет. Нет, от этой. Получилось. А что там смотреть? А, нет, мы в этой башне не были. Мы с той стороны были. Здесь сундук. Интересно. Ну, опять нужен ключ. Сундук. Интересно, что внутри. Не открывается, конечно. Сундук запят на ржавый навесной замок. И где же нам и брать ключ? Интересно, куда она ведет. Черт. Есть только один способ узнать. Ах, вот оно как. Она ведет вниз. Забавно. А что ты скажешь, Туви? Так. Интересно, там есть что-нибудь? Все покрыто льдом. Подожди, постой. Постой. А Хендриком-то я же не пробовал. Хендриком. Нет, здесь только плющ. Как только плющ? И все? Слушай, давай пойдем посмотрим еще здесь сразу же. Ну, какой-то нужен механизм, да? Старый круглый замок, что за ключ к нему нужен? Непонятно. А, это старинная плитка с рисунком. Не так просто ее достать, но должно получиться. Есть. А, теперь смотри, две плитки. Две плитки. Ну что, теперь вниз. Теперь вниз, наверное. Дверь открыта. Папа? Интересно, это папа. Интересно, что теперь делать? Ну, я думаю, о лопате. Лопата, может быть, что-то в земле можно нарыть. Не знаю. Может быть. Может быть, подкопка какой-нибудь. Ну да. О, yes. Лопата уперлась в камень. Дальше не прокопать. Никаких подсказок или сокровищ. Так. Не пролезть. А, ну, единственный вариант, может, Туви, не знаю. Она же все-таки поменьше Хенрика. Может, у нее что-то получится. О, эта ямка вырыта совсем недавно. Спасибо, папа. Какой же все-таки замок этот заморочистый? Эй, папа, я открою тебе ворота, хорошо? Кажется, мне нужна твоя помощь.
была не была. Отлично, будь свободен. Ну и хорошо, теперь и Хенрик сюда сможет забраться. Давай смотреть. Смотри-ка, я сразу вижу, что-то лежит, какой-то рожок или что это такое. А, это настенный факел. Видимо, кто-то пытался пройти здесь в темноте. Вот оно как. Интересно, чем это закончилось. Так, ну это мы с папой сделаем. Может быть, сразу Хенрика и позвать? Просто очень любопытно, что там лежит. Хенрик, давай. Подожди. Старая телега. Давай сюда становись. Теперь Туви. Ты беги, как мы там в прошлый раз делали. Давай к папе становись. Ты сюда. Туви туда. Подожди, она не дотянется, по-моему. Слишком высоко. Не достать? Что же тогда делать-то? А? Мы же его не перевесим. Может, там копьем поддеть, а? Не получится. Я не хочу этого делать. Так, ладно, не хочешь, не хочешь. Побежали, тогда посмотрим, что здесь. Потом будем думать, что делать. А, ну здесь не поддается, все смерзлось просто. А сюда как раз бы подошла эта шестереночка. Так, подожди, что это? Что значит? Это очень тяжелый камень. Очень тяжелый. Старые шлюзовые ворота. Так, подожди. Если это очень тяжелый камень, может быть, как раз он здесь и нужен будет? А ну-ка. Может, я его... Подожди. Камень весит целую тонну. Нет, так не получится. А, или получится? Я положила камень, да? А, ну теперь... Слушай, нет. Туви. Ты положила камень. Значит, ты вместе с камнем будешь весить больше. Значит, Хенрик сейчас может достать, правильно? Неправильно. Может быть, еще один камень нужен? Как вариант. О, опять брошенное снаряжение экспедиции. Тут записка. Мы похоронили Ханси. Он всегда был так осторожен, что могло случиться. Нам будет очень его не хватать, но он знал, на что идет. Покойся с миром, друг мой. Ханси... Какое-то знакомое имя. Кажется, я слышал рассказы об этой экспедиции в детстве.
Ну вот, конечно, и второй камень. Солидный булыжничек. А ну... Ничего нового не будет. Да. Побежали. Хорошее место для камня. Ну вот, собственно, и все. Теперь-то. Есть. Отлично. Ну, попробуем. Работает, нет? Ну-ка. Не работает. Совсем заржавел. Так у нас есть, смотри, маслянистая эта штука. О, теперь должно покрутиться. Да? Ну, давай. Похоже, когда ворота подняты, она идет по этому каналу. Так, слушай, Хенрик, давай пойдем вниз посмотрим. Я что-то не пойму, что там происходит. Вода, куда вода? Там какой-то плод. Постой. Здесь... А, здесь спуститься можно еще. С другой стороны тоже там что-то есть. Сейчас разберемся. Че к чему, да? Здесь тоже можно поставить эту шестеренку. В масле уже. Вся уже в масле готовая. Наверное, какая-то очередность должна быть. Ну, давай, тяни. Так. Шлюз закрыт. Шлюз закрыт. Дальше. Снимаем эту шестеренку. А теперь должно быть... Вода должна, по идее, поднять этот мост. Или что это такое? О! Получилось! Скоро мы с того станем настоящей семьей, Тувы. Так, ну а теперь вниз, Туве, да? Путь открыт. Здорово, папа. А там есть какой-то проход, да? А там есть какой-то проход. Да? Или что? Ну да, конечно. Иначе бы зачем бы это все было? Ну, мне очень любопытно, что дальше. Но я, наверное, остановлюсь. Потому что у меня времени просто нет. Смотрю, пора уже отправляться тоже в свой поход. Пока-пока и до новых встреч. Пока.